Сейчас на этой сцене появится очень интересный музыкальный инструмент. Были времена, когда гусли даже запрещали, когда их сжигали, их запрещали, играть запрещали, запрещали слушать, потому что в этом музыкальном инструменте, мне кажется, еще вот не до конца понятая нами, современниками, сила, и главное, что сейчас у нас есть возможность послушать этот древний музыкальный инструмент. И, может быть, мы как раз-таки разгадаем таинственную силу звука этого прекрасного, красивого и очень сложного для исполнения инструмента. Итак, дорогие друзья, сегодня у нас гость из Псковской области Даниил Семенов. Композиция «Родники». Участник 8-го этнокультурного фестиваля «Россия. Созвучие культур», представитель Псковской области Даниил Семенов. Руководитель Ирина Геннадьевна Иванова. Ну а мы встречаем на этой сцене народный самодеятельный коллектив, фольклорный ансамбль «Уграда». Погостите, мои гостеньки. Друзья, ну а мы встречаем гостеньков из Псковской области. Руководитель Галина Олеговна Березина. Ансамбль «Уграда». Погостите, мои гостеньки,
Народный самодеятельный коллектив, фольклорный ансамбль «Уграда». Наши гости из Псковской области.